расскажи, пожалуйста, кто ты, откуда ты и что тебя привело к нам? Я из города Харьков. Привело меня к вам, привела проблема такого характера — наркозависимость. Вот. И на самом деле это уже была такая попытка отчаянная, скажем так, потому что от меня отказывались и в Одессе. Мне даже сказали, что с моей проблемой не нужно деньги на билет тратить. И в моем городе отказывались наркологи. Ну, то есть сказали, что с таким случаем, как у меня, это маловероятно, даже не брались за меня. А здесь сразу меня оставили. У тебя особенность в том, что ты нашла в себе силы и ушла от зависимости, да, вот не употребляла. Да, я сама без всяких... И тем не менее здесь ты сюда приехала. Да, я сюда приехала, потому что зависимость физической у меня не было, но психологическая была настолько страшная и тяжелая на протяжении года. Вот я здесь год встретила чистый свой и не справлялась совершенно. Меня мучила каждый день эта мысль, совершенно навязчивость, одержимость какая-то была. Это было. Ну, ты около месяца у нас, да? Здесь? Да, чуть больше месяца. Изменилось. Вы знаете, мне задали вопрос. Вообще впечатление. Я расскажу впечатление. То, что изменилось, мне недавно спросили, ну как ты чувствуешь, помогло тебе лечение или нет? А у меня настолько, я даже в тупик меня этот вопрос поставил. Я сказала, а я даже об этом не думаю, потому что у меня сейчас, ну, совершенно другие мысли, планы какие-то. То есть я даже растерялась. И тогда в тот момент я поняла, что действительно я совершенно свободна от этих навязчивых мыслей и думаю только о будущем. Есть о чем думать, и планы, и все. Что тебе, ну ясно, что все помогает, но что тебе особенно вот помогло здесь? Особенно помогло здесь мне, ну на самом деле я хотела, я не знаю, таких слов еще не придумали, благодарности, которыми бы я хотела все это выразить. Вообще высокий, высококлассный профессиональный подход и Виталий Иванович своей уникальностью, уникальностью всего медицинского персонала. У меня такое впечатление, что мне здесь душу вылечили, ну, в самом, ну, настоящем смысле этого слова. То есть, ну, я здесь, ну, я не могу сказать даже, ну, я не знаю, как слова подобрать, но меня вернули к жизни, причем к той жизни, которой вот я жила до своего первого раза. Вот эти вот мечты, идеи, вот эта легкость моя, которая я утратила, вот как уже легкость к жизни, вот у меня этого не было. Конечно, методика уникальная, и я верила в нее с самого начала. И я знала, что мне сюда привез друг, который здесь уже был, и который рассказал мне об этой методике, уникальной на самом деле, я считаю, во всем мире, потому что длительная зависимость и такая очень серьезная на протяжении трех последних лет, как мне говорили, это неизлечимые и необратимые процессы, которые восстановить уже невозможно. Ну, я не чувствую себя, мне кажется, я другая стала. Меня наполнили здесь полностью заново. Что в мыслях поменялось сейчас? В мыслях поменялось, я спокойна абсолютно, я не привязываю себя никаким таким каким-то употреблением, мне совершенно это, ну, абсолютно неинтересно. У меня просто этого нет теперь. Для меня это, я не хочу это анализировать, не хочу это понимать, и просто этого нет. Вот я живу как обычный нормальный человек, который этого не знал. Ну, я знаю, что это есть, но это, ну, меня не касается. Когда ты сюда приехала, ты ожидала вообще, что будет так, в общем-то, свободно, что за тобой нет, не будет следить, что закрываться не будет, ничего. В общем-то, все это, свободно на доверие. Это уникально. И помимо, конечно, высококвалифицированного медицинского персонала, который здесь,
еще очень важно здесь такой человеческий фактор у всех присутствует, что вот это доверие, вот это действительно, ну, я же говорю, лечат душу здесь. Вот люди уникальны, каждый, который здесь работает, он уникален сам по себе в плане того, что своих человеческих качеств. Плюс еще, конечно, профессионализм в медицинском плане, это творит чудеса. Еще такая очень часто повторяющаяся фраза, причем большинство людей, ну, родителей, которые в основном, да, или членов семьи, которые считают, что невозможно вылечить, невозможно избавиться от зависимости. Вот что ты можешь им сказать? Я могу сказать, что насколько я не верила, насколько меня уже врачи убедили, что это невозможно, здесь уникальное место и возможно избавиться, и возможно не помнить, и возможно себя заново уважать, и совершенно выпускать себя в социум совершенно со спокойной душой. Это возможно. Только здесь, мне кажется, это возможно. Что ты хочешь пожелать тем ребятам, которые будут, может быть, смотреть тебя, которые сомневаются, которые, в общем-то, не могут избавиться, может быть, есть какое-то желание? Тем, которые сюда попали, уже на самом деле желать нечего, потому что это уже они, как сказать, восстают из пепла, как птица Феникс. И пожелать, единственное, серьезно относиться ко всему, что они делают. Это такой, может, действительно самый важный поступок и самый сильный поступок в жизни, который они должны полностью осознавать и слушать себя, если они этого хотят, действительно выздоровление получить. Спасибо.